Кинешемская поликлиника номер 1 имени Захаровой открылась после капитального ремонта в сентябре прошлого года. Губернатор буквально заглянул, чтобы убедиться, что все при деле. Оборудование работает, пациентов лечат. И, судя по количеству посетителей, ремонтировали и переоснащали учреждение не напрасно. Чистая и современная поликлиника поднимает боевой дух. Удобно, конечно. Удобно. Все хорошо, красиво. Только какой подприем. Вот я после инсульта, и вот такие сюда у нас на ЗЛК нету этого кардиолога. Послали сюда, чем он меня обрадует, не знаю. Ну, красиво все, конечно, хорошо. Все, но только, конечно, в узких специалистов как было трудно попасть, так и до сих пор трудно. Ну, сами видите, цивилизация наконец-то нас посетила. Все хорошо. Чуть позднее, в середине ноября, при поликлинике заработала женская консультация. Здесь ведут беременности, проводят гинекологические осмотры, лечат. Мы раньше находились в отдельном помещении. Не очень удобно было расположение для жительниц нашего города. Сейчас мы в составе поликлиники находимся в центре города, поэтому здесь нам удобно с географической точки зрения, и все специалисты под руками. То есть мы можем в поликлинику обратиться к любому специалисту, и наших беременных и женщин проконсультируют. В этом плане удобство. Сюда же приезжают беременные из Заволжска, Юрьевца и Вичуги. Оборудование в консультацию не докупали. Все необходимое уже было. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.